Привет, друзья! Смотрим сюда, не забываем. С вами новый проект вообще. Канал «Миллионник» переехал. Теперь вы смотрите его здесь. Это новое путешествие наше. Оно начинается прямо сейчас. Приехали сегодня на поезде из Саранска. Но... Сейчас мы находимся в аэропорту Домодедово. Вот. Мы в Таиланд с тайскими авиалиниями. Да, медовый месяц начинается. Банально, как ты думаешь? Я таких нигде не видела. Run away. Выбери себе очки. Я очки забыл. Нет. Ты взяла? В этом, да? Я все взяла. Я вам сейчас покажу. Лететь боишься, что ли? Так долго. Так долго лететь боишься? Ну ничего, места же обещали хорошие. Столица Таиланда, мы летели сколько часов? Много часов летели, но мы не устали, нас кормили два раза, постоянно у нас кофе, чаем поили, вкуснятинами всякими, чизкейками. Сейчас мы пересадку ждем, самолет, время 9:30. А, еще важный момент, долетели, надо было отписаться родителям, то, что там все в порядке. Пытались найти Wi-Fi, там вот такой список, короче. И типа много без паролей, подключаешься ни хрена. Ну, то есть там логин, пароль, ну как всегда, вот эта чушь, короче. Причем сейчас написано на тайском. Но нам сотрудница аэропорта подсказала, к какой Wi-Fi сети подключиться и что нужно ввести номер загранпаспорта. Все, и мы подключились к сети, все нормально. И пошел Ребена. Здесь, наверное, скорее всего, нельзя снимать, но мы так, типа, мимо шли просто. Заснимем, может, там что-то видно. Вот, а так вот говорят, Таиланд, Таиланд. Мужиков переодетых нету. Девчонок никаких-то нет. Хочу отметить, что тайки очень красивые. Да, Наташке очень тайки понравились. Она особенно от волос и вот этих вот шишечек. Она прям все, она смотрит вот так вот на них. Я так вот. Я говорю, Наташ, ну, держи себя в руках. Подожди уж немножко, мы долетим хотя бы. Ух ты, какая картина, посмотрите. Ну ничего, здесь сейчас буквально пару часов, 2-3. Я думаю, все нормально. И мы уже будем в нашем номере. Да, Наташка? Поспим немножко, пойдем купаться. Все вам покажем, короче. Да, пойдете вместе с нами, мы вас приглашаем. Давайте не будем подписываться, никто не подписывается. Просто смотрим и отправляем всем, потому что Саранска на месяц и с концами. Палец. Так вот, дали нам билеты. Бег-мег, да они все говорят по-русски. С русских какой спрос? Короче, почти обратно, дьюти-фри закончилось. Да, дьюти-фри кончилось, здесь вот если вот так пойдем, одна золотая. Вот так они на поезд и опоздали.
вся двора. Где-то, наверное, уже тридцаточка. Но чувствуется влажность. То есть нормально. Так, у окна и здесь, да? Смотрим. Сейчас будут еще как-то.